Добрый день, юные читатели! Вас приветствует Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова. В преддверии Хэллоуина, страшно забавного праздника, предлагаем вам послушать историю «Шмяк. Сласти или напасти» знаменитого художника и писателя Роба Скоттона. Все таинственное ужасно притягивает малышей вроде котенка Шмяка. Страшно? Нет, невероятно интересно. В классе Шмяка котята готовятся отмечать Хэллоуин. А как это было, узнаем прямо сейчас. «Мама!» – закричал Шмяк. «Там на моей тыкве страшный паук. Он маленький, лохматый, с большими круглыми глазами». Голос Шмяка дрожал от испуга. «Ты тоже маленький, лохматый, с большими круглыми глазами», – сказала мама. Шмяк на секунду задумался. «Да, но у меня же не 8 лап», — сказал он. «Будь у тебя 8 лап, ты бы, наверное, сам был страшным пауком», — подразнила мама. Шмяк скорчил страшно паучью рожицу. Мама поймала паучка и посадила в стеклянную банку. Шмяк рассмотрел его повнимательнее. Тот уже не казался таким уж страшным, теперь, когда сидел в банке. «А можно я возьму паучка в школу на Хэллоуин?» – спросил Шмяк. «Мы все сделали фонарики из тык, и все нарядимся в хэллоуинские костюмы, и миссис Пухлис расскажет историю о привидениях, а за лучший костюм, за самый страшный костюм, дадут приз. Я хочу получить приз. Пожалуйста, можно мне взять паучка? Ну, пожалуйста!» – выпалил Шмяк на одном дыхании. «Ладно», — сказала мама. «А какой у тебя будет костюм?» — спросила мама. Шмяк достал из чулана метлу и уселся на нее верхом. «Смотри, я страшный ведьминский кот!» — закричал Шмяк и стал носиться по кухне, как угорелый. «Очень страшный!» — согласилась мама. Но тут случилась беда. Шмяк споткнулся о собственный хвост и... хрясь! Деревянная ручка метлы сломалась. Костюм страшного ведьминского кота был безнадежно испорчен. «Как же мне теперь идти на праздник?» – расстроился Шмяк, и даже сырник не смог его утешить. Но мама придумала, как помочь горю. Она набила газетами старые носки, прикрепила к ним резинки и надела на Шмяка. «Вот», – сказала мама. Шмяк посмотрелся в зеркало и отпрянул в испуге. «Я сам себя напугал», — сказал он. Он взглянул в зеркало и еще раз улыбнулся. «Смотрите на меня!» — воскликнул Шмяк, размахивая лапами носками. «Я большой, страшный, носочный паук!» Шмяк погрузил в тележку тыкву и паучка и отправился в школу. По дороге он встретил Шипа в костюме мумии и Пряника в костюме скелета. «Какие страшные!» – сказал Шмяк. Сырник кивнул и слегка задрожал. «Но я страшнее!» – заявил Шмяк. Он скорчил страшную паучью рожицу и зарычал. «Рррррр!» Шип и Пряник даже глазом не моргнули. Наоборот. «Бу!» – закричал Шип. «Бу!» – закричал Пряник. Шмяк завизжал, взвился в воздух и шмякнулся на землю. «Ну вот», – вздохнул он, – «Шип и Пряник страшнее». Сырник кивнул и задрожал сильнее. «Мне уже точно не выиграть приз за самый страшный костюм», – грустно добавил Шмяк. Носочный паук, мумия и скелет отправились в школу все вместе. В школе котята показали друг другу свои фонарики из тыкв. Увидев тыкву Шмяка, все рассмеялись. «Ну вот», – вздохнул Шмяк, – «мне точно-точно не выиграть приз за самый страшный костюм!» Сырник покачал головой. Котята зажгли в тыквах фонарики. Миссис Пухлис выключила свет и стала рассказывать страшным таинственным шепотом. «В черном-черном лесу стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната. В черной-черной комнате стоит черный-черный сундук.
а в черном-черном сундуке прячется привидение!» — вскрикнула миссис Пухлис. Все котята подпрыгнули от испуга. Шмяк так испугался, что у него дернулся хвост и ударил тыкву фонарь. Тыква взлетела под потолок и обрушилась вниз. Шмяк! Шмяк ничего не видел. Он слепую метался по классу. Все закричали от страха. Да и кто бы не испугался, когда на тебя бежит тыква со светящимися глазами и громко воет. Миссис Пухлис включила свет, схватила бегущую тыкву и приподняла ее. Вопли страха сменились смехом, когда из тыквы вывалился Шмяк. «Успокойтесь, котята!» – сказала миссис Пухлис. «Давайте решать, кому достанется приз за самый страшный костюм!» «Шмяку!» – дружно закричали котята. Думаем, каждый из вас понял, что важные составляющие удачного детского праздника в стиле Хэллоуин – это нарядные костюмы, вкусные угощения и забавные украшения. Как же все это сделать? А вы возьмите в любой из библиотек книгу «Все о феях и волшебстве» и внимательно изучите главу про Хэллоуин. Здесь представлена история праздника, даны варианты костюмов, рассказывается об обычаях, конкурсах, аксессуарах, описаны рецепты шоколадного пирога и фигурного печенья. Эта энциклопедия перенесет вас в мир волшебства, колдовства и чародейства. –